Добрый день, дорогие друзья! Единая лига ВТБ и центральный матч этой недели, этого тура, возможно, и всего сентября. Уникс «Зенит» два соперника, наверное, которые приучили к тому, что в матчах друг с другом у них обязательно битва. «Зенита» мы слышим, как Казань скандирует и отбивается Уникс с первой атаки, но Георгий Жбанов тут как тут дает шанс на вторую атаку. Очки второго шанса, и начинает «Зенит» с такого олдскульного баскетбола. Для болельщиков Казани Баку вот такие мячи вылавливает и обычно эффектно завершает сверху, но два очка из два очка и хорошая скидка. Сергей Торопов получает блокшот от Сергея Карасева. Вот так вот. Хавьера Паскуаля и Вермир Пирож. Какой же быстрый Тен Фрейзер, но тут дотягивается до мяча Рейнольдс и даже мог его одним движением забрать. Отметили. Хорошо, что так быстро смог остановиться. О, ворота! Вот это момент, которого мы ждали. Это Алекс Потрес, один из участников стендан контеста Единой лиги ВТБ, показывает, что вспышка может произойти когда угодно. Рейнольдс как заправки разыгрывающий добавляет себе. Два парня из Мичигана встретились. Джалин Рейнольдс и Винс Хантер. Кажется, что у них тоже и отбивается «Зенит», то, чего хотел Хавьер Паскуаля от своей команды. И опять же, такая вот индивидуальная игра Винса Хантера. Но Пирасович просит тайм-аут уже в следующей же остановке. Спелман! Супер, супер дубль. Я бы вот этот повтор на самом деле начал с защиты Спелмана. Попытался отомстить, левый крюк не забил. А Спелман в офсайде забивает тоже данк. И уже не первый раз он так подкараулил защиту. Но уже на нем защитник снова. И вот как раз и Беленицкий, и Булагин на паркете. Какая скидка классная на Рейнольдса! Пауза, да, шикарная пауза. Поднимает большого соперника в воздух. Очков. Очень много зависит от этих двух новичков. Баку! Ой! Ну вот это, наверное, блокшот дня. Он еще успел на скамейку посмотреть. Никогда данк. Тот же Ксавьер Мун, который официально рос 183, говорит, нет, я постоянно данчу. О-хо-хо! А вот кто точно сверху заносит на регулярной основе, так это Алекс Потрес. И шанс для Уникса. Кулагин, кажется, пересекает очковую линию. Посмотрим, 2 или 3. Бор Уникса и вся Казань за Дмитрия Кулагина, который просто еще и падает после этого попадания. 84-85. Но это сейчас нужно включать тактику. И вот она, Дуэйн Бейкон с мячом. И, конечно, здесь фол. Должен быть, конечно, счет 86-84. Сейчас нам обновят графику. Плюс 3 «Зенит». Да, 7 секунд. 6 до конца. 5, 4. Потрес против Кулагина. Кулагин бросает. И, наверное, вся Казань сейчас затаила дыхание. Это был великолепный матч, в котором на последних секундах все решилось. И победил «Зенит».